Форсаж на предельно малых высотах. В день рождения Чебоксар это смогут увидеть все горожане. Захватывающее шоу подготовят члены группы высшего пилотажа «Стрижи». В столицу Чувашии они прилетели уже сегодня. Те, кто встречал летчиков в аэропорту, смогли рассмотреть полеты виртуозов лучше всех. Истребители пролетали в нескольких метрах над авиагаванью. Мой коллега Дмитрий Ковалев увидел легендарных асов не только в воздухе, но и на земле. Едва знаменитые «Стрижи» появляются над аэропортом, реактивные двигатели самолетов заглушают все в округе. Пилоты идут на посадку не сразу. Сначала делают почетный круг над чувашской столицей. Этот полет длился не больше 10 минут, но сразу на интернет-форумах появились десятки фото и видеокадров. Вот так «Стрижи» посылают воздушное приветствие всем горожанам. 4 мига даже опускались на предельно малую высоту – 200 метров. Всего в Чебоксарском аэропорту приземлились 5 истребителей. 4 пилотов будут выполнять фигуры высшего пилотажа в день города, а один только страховать основную группу. К этому полету готовятся 11 летчиков и 32 механика. В Чебоксарах «Стрижи» покажут совершенно новую программу. Недавно им уже рукоплескали жители Челябинской и Липецкой области. Сейчас воздушные асы надеются только на хорошую погоду. Но добавляют, что подняться в воздух не помешает даже тучи. Мы готовы подлетать по двум вариантам. Это при простых метеорологических условиях, когда небо безоблачно, и при облаках, но в этом случае мы, естественно, исключаем вертикальные фигуры, заменяем их на наклонные. Но летаем мы при любых условиях. Все секреты своей программы они пока не раскрывают, но говорят, что главная задача – показать возможности истребителей и мастерство пилотов. В день города в небе над Чебоксарским заливом четверка «Стрижей» покажет фигуры наивысшего пилотажа – петли Нестерова, бочки, восходящие спирали. Причем летать они будут и на высоте 200 метров над землей. Асы обещают, будет необычайно красиво. Программа у нас состоит из одиночный пилотаж. Один самолет выйдет, покажет все возможности МиГ-29. Затем выйдет группа в составе 4 самолетов. Мы будем выполнять разные перестроения – в пеллинг, в стрелу, в колонну, в ромб. Но к этому полету они начинают готовиться задолго. Прежде всего, пилоты досконально изучают местность, над которой им предстоит летать. Ведущий ездит непосредственно на место показа, на точку показа, и, соответственно, снимает координаты, к ней привязывается, смотрит, где находятся какие препятствия. После этого рассказывает, проводит занятия с нами. Мы это все разбираем. Вообще, пилотажная группа пробудет в городе до 19 августа. На протяжении 2 дней в аэропорту будет работать выставка авиатехники и самолетов. Кто-то мечтает стать летчиком, кто-то мечтает стать космонавтом. И они наяву, наши юные горожане, могут с ними пообщаться. Мы здесь договорились, что организуем экскурсии. И депутаты наши подключатся. Бесплатные автобусы будут доставлять школ. С родителями дети могут приходить. «Стрижи» – долгожданные гости в городе, они впервые. Пилоты надеются, что дебютный полет над небом чувашской столицы будет удачным. Чебоксары признаются асы, они уже успели влюбиться. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика.